после вашего визита в Астану много изменилось взаимоотношения двух государств. И бизнесмены работают, мы работаем. Началось совместное производство автомобилей, грузовых, узбекских, казахстанских. Товарооборот поднялся в первом квартале на 37%. Такого никогда не было. По всем договоренностям работаем вместе. И спасибо вам, что вы там пересмотрели акцизы, да, и пункты по упускам. Первый раз за последние 20 лет. Пропуска смотрим. И дорогу Бозжигит мы начинаем уже. Да. Деньги выделены, проект сделан. Все ваши просьбы, наши договоренности очень активно работают. Благодаря вашей поддержке, конечно, я над этим работаю. Поэтому сейчас есть возможность сверить часы, спасибо, встретиться на ходу еще раз. Поэтому благодарю за то, что вы нашли время. Баяғыдан бері қарай айтып кеткені, Өзбекстан мен Қазақстанның арасындағы достық қатынастарды, сауда-саттық қатынастарды, екі елдегі сауданы 5 миллиард долларға жеткіземіз деп талап қойдық. Сол басталып кетті. Бірінші сапарынан кейін Өзбекстан президентінің жасалған жұмыстың өзі көрсетіп тұр, біздің болашағымыз үлкен. Ең негізгі мәселе, біз тарихи осы өңірде бірге жүрген бір халықпыз. Бауыр халықпыз, туған халықпыз. Біздің қатынасымызға қарап, басқалар да жұмыстарын түзеп жатыр. Түркменстан президенті бізге сапармен келді. Мен Қырғызстанға бардым ана күні. Тәжікстан президенті менен барлық мәселені келісіп, өз өмірімізді шешуге болады. Ол сауда-саттығымызды көтеруге көмегін тигізеді. Екі елдің арасындағы достық қатынастарын жоғары деңгейге көтереді. Оның барлығы халықтың жағдайына қарау деген сөз. Біздің президенттердің істейтін жұмысы осындай болу керек. Сондықтан мен рахмет айтамын. Уважаемый Нурсултан Абишович, я рад, что мы еще раз встречаемся. Интенсивность наших встреч говорит о том, что все, что я благодарен во время моего визита, была создана такая обстановка. Это, я думаю, начало истории нашего взаимоотношения. Это вот, с этого визита началось. И вы правильно отметили, что в первом квартале двухсторонний товарооборот вырос. Да. Те проценты, которые говорят, они говорят сами по себе, что это у нас есть хорошая основа продолжать и наращивать то, что нами было договорено. После визита Нурсултан Абишевич, мною принята дорожная карта по всем направлениям нашей деятельности. И эту комиссию возглавляет первый заместитель премьер-министра, но сам я уже вот за... Мы почти месяц тому назад встречались, я уже один раз их принимал, и мы договорились, что никак все пункты нашего договоренности, они воплощаются. Спасибо большое, что вы по поводу транзита нефти с России, вы дали разрешение. Я 2 дня был на Жизаке, и два дня тому назад мы уже заложили камень на строительство крупного нефтеперерабатывающего завода. Это уникальный комплекс, который бы для нашей экономики сыграл очень важную роль, потому что то, что вы разрешили транзит, и вы мне сказали, что мы в конце года изыщем возможности по нефти тоже, миллиона тонн, это я уже при открытии сказал вам благодарность, что я говорю с Нурсултаном Абишевичем, это договорились, и будем обязательно это воплощать в жизнь. Много-много во всех отношениях у нас, как вы сказали, уже и автомобиль Кустанайской области. Да. Я еще раз рад вас видеть. И приятно, что мы договаривались, что мы будем встречаться. Я думаю, вот это тоже то, что нами договоренность воплощается, договоренность наша воплощается в жизнь. Я еще раз рад вас видеть.